Студия VJ представляет. Озвучивал Асан. Без вести пропала Оливия Изабель Родриго, американская актриса, певица и автор песен, у которой был роман с вокалистом бойсбенда BTS Ким Тэхёном. Как же я мог отпустить тебя одну? Если с тобой что-то случилось, я не прощу себе. За расследование взялся знаменитый детектив Чон Пильдо, на счету которого 90% раскрытых преступлений. Он профессионал своего дела и не любит проигрывать. Кто же ты за личность, Ким Дженни? Мне нужно это выяснить. Ты понимаешь, во что ты влипла, Розе? Ты явно кого-то прикрываешь, Тэхён, но я обязательно это выясню. Тэхён, ну почему? Ты не защитил меня. Детектив Чон Пильдо слушает. Я уже еду. Сегодня утром в лесу было обнаружено тело американской актрисы Оливии Изабель Родриго. Медицинские специалисты, патологоанатомы на теле жертвы обнаружили многочисленные глубокие раны и ссадины, причиненные острым предметом. Кто же так жестоко и хладнокровно мог расправиться с юной девушкой? Следственный комитет во главе детектива Чон Пильдо активно ведут расследование этого тяжкого преступления. С последними новостями с места происшествия корреспондент Ким Тэпён. Оставайтесь в курсе событий. Господин Тэхён, у меня для вас плохие новости. Я не могу поверить. Не может быть. Мне очень жаль. Розе, ты слышала последние новости? Обнаружили тело Оливии Родриго. Ну и что? Я же не при делах. Да ты ведьма! Я говорил, это плохо закончится. Почему ты меня не послушала? Прости, Чимин, я не знал, что так выйдет. Гоки, чё ты сидишь? Иди останови Чимина, он сейчас прибьет ее. Да чё я буду вмешиваться? Сами разберутся. Песик, заставь его поднять свою задницу с дивана. Чимин, постой! Розе, куда побежала? Зайди домой, сейчас соседи все узнают. Не зайду, Чимин, ты в ярости. Я всегда говорил, что ты меня никогда не поймешь. Розе, Чимин прав. Лишние огласки нам сейчас ни к чему. Пожалуйста, хотя бы меня послушай. На, возьми свои гребаные туфли, неблагодарщина. Ты не шутишь? Как? Ты их отыскала, дорогая. У меня нету слов. Ты ему что, сейчас только что ли вручила? А что делать? Швырнула ему, чтобы он подобрел. Я хотела сделать сюрприз. На днюхе хотела отдать ему. Ты думаешь, он это оценит? Вместо этого он кидается на меня. Если бы не эта канитель с Оливией, все было бы по-другому. Хоть бы спасибо сказал, что ли? Дорогая... Я даже не знаю, как выразить слова благодарности. Я не знаю, что сказать. Я даже икать начал. У меня дыхание участилось. Кто-нибудь подайте стакан воды. Хочу сказать... Да что ж такое? Мое сердечко ёкнуло. Ты у меня самая... Божечки. Я до сих пор не могу отойти. Эмоции зашкаливают. Спасибо тебе огромное, любимая. Слезы радости так и накатываются. Ну, слава тебе, Господи. У Чимина радости полные штаны. Сейчас ведь только бесился. Бум, бам, бам, бадум, пара, бум, бам, бам, бадум, пара, бум.
теперь без тебя вся жизнь пустая. Еще один дубль. Типа Роза бросает туфли на пол. Ну, что поделать, стоковое видео я не нашел. Еще раз с запасом снимаем.